Тюмени на площадке индустриального парка ДСК 500 может появиться центр российско-китайского сотрудничества. Это обсудили на встрече губернатор нашего региона и представители китайской госкомпании Poly International. Она работает более чем в 100 странах и насчитывает свыше 600 предприятий. Среди перспективных проектов также были обозначены возведение третьей очереди онкологического центра, развития медицинского города. Странам интересно и взаимодействие в сфере строительства дорог, спортивных объектов и термального комплекса на базе жемчужины Сибири. Я уверен, что это поможет развитию наших отношений и также увеличит товарооборот между Тюменской областью и Китайской Народной Республикой.